Всем привет! С вами, как всегда, я, Александр Навасов, и сегодня у нас Open Casing. Сегодня я имею вот такой вот баланс, это 41 500, и это круто. С вас лайк и подписка, погнали! Давайте начнем сначала со 150 рублей и открываем этот кейсик, и нам выпадает что же? Что же нам отсюда выпадет? Интересно, давай, Майка из GoNet! И нам отсюда выпадает, интересно, что же, блин, ширпотреб, но ничего, мы отыграемся. Сейчас я уже открываю немного подороже кейс, и из него нам выпадает, интересно, что. Вот, мне правда интересно, и нам отсюда выпадает, блин, ну ладно, все равно круто. Открываем по фасту, и нам выпадает, что? Дико, кот красный, что? Серьезно? Да ладно? Косарь 198 сейчас потрачу, ну да ладно. Так, и нам отсюда интересно, что выпадет. Вот правда интересно. И нам отсюда выпадает достаточно такой крутой скин! Рыцарь прилетел! Фаст, фаст, фаст. И нам выпадает... P250 прошельный оскал! Ребята, ребята, сейчас 8к тратим. И нам выпадает... Что? Складной нож, градиент! Что? Блин, да ладно! Ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов, и если вам понравился такой open casing, обязательно расскажите про него друзьям. Это были мои реакции, и это достаточно-таки круто. Баланс остается у меня 35 косарей, но это достаточно тоже хорошо. Я окупился, а этот складной нож-градиент я разыграю своим подписчикам. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался! Та-та-та-та-та-та. И лайк поставь!